Ребят, всем привет, я снимаю для канала Vroomix. Итак, сегодня 25 число, у нас по коронавирусу следующее сведение. 425 тысяч зараженных, около 19 тысяч погибших, это по всему миру, и около 110 тысяч человек, которые выздоровели. Что нас беспокоит? Во-первых, то, что не надо паниковать. Он передается воздухокапельным путем, как мы это все прекрасно знаем, поэтому нам необходимо защитить именно воздушные каналы, то есть свою ротавилу. Вот, и для этого я уже снимал ролик про бюджетные средства, а теперь давайте поговорим немного о более дорогих, которые на данный момент слегка трудновато найти, но найти можно при желании. Поэтому предлагаю посмотреть, как они выглядят, что с ними делать, и помогут ли они вам на практике, вот, если в вашей стране еще нету карантина. Итак, сегодня у нас на обзоре две маски и один противогаз. Вот такой, с фильтром. Обязательно его накручивайте. Без него это бесполезная штука. С ним вы спасете свою жизнь и жизнь своих близких. Поэтому это очень важно. Значит, смотрите, у нас есть плотная резина, стекло. Там все у нас герметично. Фильтр не пропускает ни газы, ни какие-то там химикаты, ничего. То есть вы можете полностью быть обезопасены, только необходимо вот эту колбочку снять при использовании. Следующая, это у нас масочка, изначально как бы покрасочная, но ее можно использовать как средство защиты в каких-то публичных местах, да, то есть надеваете маску, тоже все довольно-таки герметично, сюда накручиваются фильтра, также туда вставляется предфильтр, его у меня нету, но можете найти при желании. Значит, два фильтра, один сюда накручивается, второй сюда, дыхание осуществляется через них. Вот, и следующая, это обычная маска, тоже покрасочная, 3M-овская. Вот так она примерно выглядит, одевается очень просто, но глаза она не защищает, соответственно, одна слизистая у вас будет открыта. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего или чем тряпки, которые я показывал в предыдущем ролике. Вот, поэтому посмотрите, изучите, противогазы офигенски доступны, они всегда были доступны. А посмотрите, может, у вашего бабушки там, или родителей они остались. Ну, короче, по-любому у каждого из вас они должны быть, или у вашей семьи. Здесь чуть потруднее с доставкой, сейчас все перекрыто, поставки, импорт, то есть, ну, нам трудновато их заказать, потому что это китайское производство, соответственно, с Китаем немножко трудновато сейчас. Поэтому посмотрите на каких-нибудь площадках, типа Авито, я уверен, ценник на них подскочил, но ваша безопасность превыше всего. И такую маску можете посмотреть, кстати, бэушную, сейчас люди перепродают очень многие, поэтому я думаю, вы не потеряетесь. Короче, примерно вот так выглядит противогаз. Я не снял колбочку, поэтому чуть, сука, не задохнулся. Но, тем не менее, он плотно прилегает, я вам честно говорю. И вот эта хрень, она действительно спасет вам жизнь. Вот так выглядит полнолицевая панорамная маска. Короче, обзоры намного лучше, чем в противогазе. В ней не так стрёмно ходить. Это более представительский класс, если сравнивать с противогазом. И она не менее эффективна, чем он. Вот. Но при этом нужны предфильтра и фильтра. Поэтому с этим придется попариться, особенно если у вас их нет. Так, ну это обычная 3M-овская маска. Надеюсь, вы слышите и так меня. Один из плюсов, кстати, что можно спокойно вас услышать кто-нибудь со стороны, если вы в безлюдном месте находитесь. Потому что если много людей или вы в центре города, вас, скорее всего, ребята не услышат. Значит, по удобству это самый лучший вариант, но, опять же, глаза не защищены. Так что подумайте насчет противогаза и второго варианта панорамной маски. Это наиболее подходящие варики для вашей защиты. И, ребят, еще раз напоминаю, самое главное, это мойте руки, короче, не контактируйте с заболевшими людьми. Если видите, кто-то чихает или кашляет, а лучше отойти от таких людей. Я понимаю, может быть, это не эстетически и некрасиво смотрится, но слать вам нахуй всех, потому что вы заботитесь о своей жизни. Ваша жизнь только в ваших руках. И на вас не насрать, только вашим родителям и мне, потому что я для вас сделал этот материал. Я надеюсь, он много кому понравится, много кому пригодится. Обзоры пока еще не дошли до совершенства, но я над этим работаю. И если я буду видеть вашу поддержку, я буду развиваться с более высокими темпами, набирать обороты. Ну а пока что такой у нас обзорчик. В эти выходные ждите какой-нибудь пушечный видос. Не знаю, так ли он будет на самом деле, но буду, сука, стараться, иначе нахуй я этим занимаюсь, блядь. Все, всем пока, всех обнял, подписывайтесь. На колокол тоже там тыкайте, чтобы он прям звенел.
Все, ребят, всем удачи и без карантинных выходных и будней.